Серафимовича 19/2. Девятиэтажный панельный дом 1968 года постройки. Вход в парадное выглядит неплохо, установлен домофон. Довольно просторный зеленый двор, есть детская площадка, места для парковки есть, но их недостаточно. Рядом школа, детский сад, магазины, кинотеатр. Ближайшие станции метро – Левобережная и Дружба народов. Недалеко на Русановском канале и озере Тельбин есть зоны отдыха. Состояние дома удовлетворительное.